Итак, дорогие друзья, зашел в наш дом. Из-за того, что я все закрыл, в доме уже довольно-таки темно стало. В доме нужно навесить больше освещения. Пока провесил один прожектор, не могу найти. У меня было две лампы светодиодные, такие длинные, в общем, по метру. Не знаю, куда дел. Представляете, уже, наверное, около часа я ее искал. В итоге бросил это дело. Не знаю, где искать, просто весь день убью на поиске этой лампы. Хватит мне пока что для работы одного прожектора. Мне здесь, все видно прекрасно. Я буду его просто перемещать, и можно спокойно утеплять. Ладно, что, куда деваться, как говорится. Ничего страшного. Сейчас по максимуму утеплю, сколько смогу. Вот, и нужно нам продолжать утеплять. Также будем использовать для этого мы Rocklight от компании Технониколь. Вот. Внутри уже работать приятнее, потому что на улице вообще невозможный дождик. Льет и льет уже несколько часов, наверное. Вон, тут еще снег, наледь такая. Здесь сделал вот такое вот окно. У меня остался поликарбонат, чтобы тоже хоть какой-то свет здесь попадал, потому что там все полностью я, в общем, закрыл. Все окна, в общем, забаррикадировал я там. Приобрел я утеплитель сразу на все внутренние стены, то есть, ну, наружные и внутренние, да, в толщину 20 сантиметров. И этот же утеплитель, также Rocklight, пойдет у нас на полы. Поэтому нужно, тут, смотрите, большущая куча у меня. В общем, весь дом заставлен этим утеплителем, поэтому нужно как можно от большей части этого утеплителя, в общем, избавиться. А избавляться мы будем, конечно же, утеплением нашего дома. Я хочу вот эту вот часть убрать, и потом можно вон тот утеплитель начать, в общем, с туалета, начать с прихожей. И этот утеплитель здесь, получается, раскладывать, потом положить фанеру сюда, после этого перетащить весь утеплитель на эту сторону и заняться той частью дома. Ну, вот такие планы. Так что поехали. Это 56. Ну ладно. Вчера уже поздно было, занимался утеплением, не мог найти свет нормальный, чтобы установить, чтобы вам все показать. Вот, какую-то часть вчера уже утеплил, а сейчас начну дальше утеплять. Сегодня у нас уже выпал снег, довольно-таки такая очень неприятная погода. Ну, куда деваться? Будем работать, греться, надо быстрее в доме начинать. Здесь уже я переставил свет. Вот так вот у нас проходит утепление. Стараюсь делать все более-менее качественно, без всяких пальчиков. Пальчики сюда не сую. Делаю все вровень, потом у нас здесь пойдет еще обрешетка, еще для пятерки. То есть как раз вот эта вот обрешетка и придавится у нас. На самом деле самый сложный угол — это вот этот вот. Сюда утеплитель засунуть — та еще задача. Вот. Далее, что у нас здесь? А здесь я тоже уже все так вот утеплил. Последнюю эту не утепляю, потому что здесь будет перехлест полов. И начнем по кругу идти. Здесь я уже весь круг прошелся. Вот, смотрите, уже все. Уже осталось только вот тут и там чуть-чуть. И можно наверх лезть и наверху утеплять.
Вот такие дела. И надо полами заниматься будет. Первый этаж я сделал. Готово. Фу. Тоже это оказывается не очень быстро. Ну, хотя я сейчас приноловчился, но все равно этот процесс занимает довольно-таки много времени. Все аккуратненько, ровненько. Ой, на косяк. В общем, все аккуратненько, ровненько все стало. Только вот в местах укосин выпучивает. А так, смотрите, красота. Готово. Готово. Как я говорил, вот здесь вот еще нужно будет. Это у нас стыковка с полами будет, поэтому я сюда пока листы вот эти не положил. То есть у нас пойдет лист, потом следующий лист его закроет сверху. Мы сделаем позже, а теперь мы поднимаемся наверх и начинаем утеплять вверх. Вот с фронтонами, походу, придется повозиться довольно-таки серьезно. Дорогие друзья, ну и погодка у нас на улице, конечно. Снега все больше. Больше и больше. Я захожу постоянно туда-сюда, в общем, хожу. И очень много снега сюда таскаю. Я здесь сейчас щеточкой почистил, конечно. Но все равно вот снег вот от моей обуви постоянно стряхивается здесь. И вот здесь его очень много стало. Этого снега. Ситуация мне это не нравится. Надо это кардинально решать. Поехали. Ладно, уже изучает вопрос. У меня есть на выбор 4 лопаты от бренда Palisade. Все они, смотрите, до минус 60 вот этими лопатами можно убирать. Эти до минус 35 работают. Начнем с более мощной лопаты. Такой же, как я. Поехали. Ну-ка. О, сколько захватывает. Хоп, и в сторонку. С этой стороны попробуем. Прозрачный. Хоп. Эта лопата уже поменьше. Можно менее доступные места ей чистить. Опа. Вот так вот. Здесь мы еще натопчем. Но уже что-то уберем. Пришли снега, и пришло время запасаться инструментом для уборки снега. Данная лопата бренда Palisade. Это усиленный морозостойкий пропилен. Ручка тоже из этого же морозостойкого пропилена. Здесь идет алюминиевый черенок, поэтому лопата имеет такой легкий вес. Мы взяли лопаты
морозостойкий до минус 35, и также лопата, как лопата, которую можно использовать до минус 60. Она у нас такого вот прозрачного пластика идет. На черенке порошковая эмаль. Лопата имеет вес 1 кг 26 грамм. Вот. А кому нужен хороший качественный ручной инструмент, приобретайте. А мы продолжаем. Почему у нас так много лопат? Часть лопат у нас будет использоваться для уборки навоза зимой. Очень удобно такими лопатами навоз собирать у лошадей вместе с опилками. Сразу такую большую кучу загрузил. Очень удобно, нравится нам их использовать тоже для навоза. Плюс какую-то лопату я возьму в машину, потому что мы живем в лесу. И какую-то лопату буду с собой возить. Если что, будем выкапываться, как говорится. Вот. Лопата побольше для меня, лопата поменьше для Леры. Вот такие вот дела. Был снег, а сейчас вот еще зеленая трава. Вот, у нас еще зеленая трава растет. И Марик вот так вот ходит. То есть у нас сейчас, я снимаю в ноябре, и у нас, вот, в общем, еще теплая такая осень. Я с ним прогуливаюсь до парковки. Ну вот здесь вот мы живем. Честно, район, ну, жестко вообще прям. Я прожила в Новчике практически всю жизнь. И я знаю, что этот район, это очень жесткий район. Особенно вот эти общаги, кто из Новчика знает. Это прям вообще. На выезде из города, смотрите, какую красивую церковь поставили. Такие вот дома. Здесь жилье жутко дорогое. А насчет церкви, что хочу сказать. Раньше вот в этом маленьком домике, в общем, была церковь. Потом потихоньку вот так вот построили. Вообще тут две церкви, но мне вот это больше нравится. Вот, моих близких, которых я хоронила, конечно, не знаю, можно об этом говорить или нет, отпевали именно вот батюшки с этой церкви, когда еще она не была вот такой вот красивой. Привезли вот колодцы, это септик будет копаться. Вода есть, все есть. Но пока еще, естественно, не заедешь. Опа. Шунечка выходит гулять. Лошади в шоке, да? Че, сено все повываливали? Очень сильные дожди у нас сейчас были. Как там вода? Чуть подмерзла. Сейчас воду вам налью. И пойдем ездить. Все. Доктор с ума сходит. Но это тоже еще одна из причин, из которых я по графику приезжаю, потому что у нас молодая лошадь, смотрите, какая сильная. А ему нужно, ну, ему нужно бегать, ему хочется бегать. Потому что он молодой. Диковинки тоже нужно заниматься. Она под седлом. Вот. Ну, как бы в той маленькой леваде и вообще, в принципе, без выхода молодая лошадь энергию свою не может нигде, ну, спровадить. Я еще раз напоминаю, овес они у нас не едят. Овса нет в этой лошади, если что. Смотрите, овса нет. Нету овса. Батюшки, 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 диковинка сама его боится. Для чего я приезжаю? Во-первых, чтобы не сойти с ума, извините, в квартире маленькой, с маленьким ребенком, круглые сутки можно сойти с ума. Ну, я не знаю, наверное, вы знаете,
об этом. Вот. Особо никуда там не выйдешь, и погода не позволяет, как бы в гости особо никто не приезжает. Ну, приезжает пара девчонок. Большое им спасибо, конечно, за это. Немножко, ну, не так становится одиноко, вроде того. Носится. Мне тоже нужна, господи, мне тоже нужна тренировка. Мне нужно, чтобы мои мышцы там восстанавливались, и ног, и пресса. Пресс я, допустим, качать до сих пор не могу, естественно. Почему? Ну, нельзя. Вот. Ну, это всем нельзя, не только мне. И лошадей надо обязательно тренировать. А этой зимой будет заезд к доктору. Мне нужно его подготовить, понимаете, его психику. Диковинка, она тоже должна быть нормальной. Она стояла целый год. Слышите, друзья дорогие? Она стояла просто год. Вот. А я хочу, чтобы лошади мои немножко зарабатывали себе на еду. То есть, чтобы не были они как какие-то приблудники, знаете, чисто... Ну, не хочется, в общем, мне покупать им сено просто так. Хочется, чтобы они немножко тоже себе на еду зарабатывали. Хочу, чтобы были они адекватные, чтобы они вот так спокойно ходили по лесу. Мне необходимо их тренировать, показывать новые дорожки. Вообще, в принципе, держать их психику и их физическое состояние, то есть мышцы в тонусе. То есть, чтобы они все время были рабочие и спокойные. Я вам скажу такое. Я вам такое скажу. Чем больше лошадь работает в среднем, то есть, если им увеличивать, естественно, нагрузку, то это будет уже сверхработа для них, и они уже будут требовать еще большего. Если среднюю какую-то тренировку им устраивать, то они очень становятся спокойными. Это я говорю для тех, кто вообще не понимает, зачем, чего. Они становятся спокойными с работой, и я уже готовлю их там на, в следующем году на зиму или на весну, чтобы они уже были готовы под прокатчиков. Естественно, я не говорю о каких-то лесных прогулках, но я уже повторяла, мы так идем в лужу, идем. Мы взяли участок, и как бы там можем заниматься, там, они могут там гулять, кого-то катать. Вот. Ну, в общем, такие дела. То есть и мне, и лошадям необходима разгрузка, необходима работа. Просто, чтобы они стояли, я считаю, это неприемлемо. Необходима им работа, а мне поднятие настроения. Прячемся бегом. Диковинка вездеход, зато в лесу. Оба. Тихо, тихо. Ну, куда ты? Ты где был, засранец, опять? А? Ты куда уходишь без нас? Ты куда без нас уходишь? Иди сюда быстро, я тебе яблоко дам. Стой. Стой, говорю. На, засранец. Пошли. Диковинка вообще напролом. Тут, конечно, виды разные, леса совсем разные. Есть лиственно-хвойные, есть чисто хвойные, есть еловые. По сравнению с тем районом, где мы жили, конечно, вид совсем другой. Так, мы уже приехали, я их расседлала, дала им яблочки немножко, там осталось, конечно, пару мешков точно сгнило, но до сих пор я подкармливаю их яблочками. Сейчас я доделаю дела и поеду, а это я замачиваю,
получается для лошадей. Жмых. Вот так вот в воде. Сейчас я еще добавлю. Это вечером Саша, когда приедет, ну или он приедет после обеда, я даже не знаю, во сколько он сегодня приедет. И чтобы лошади уже все было готово, они будут есть жмых. Они его очень сильно любят. Вот, это по бокам остатки, это жмыха именно. Вот, вот так вот заливаешь. Холодной водой это очень даже хорошо, потому что жмых горячей воды заливать нельзя. Вот сосенки мы посадили, смотрите, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь сосен посадили. Вроде они живы, но мы же с вами знаем, что, смотрите, вот это вообще накренилось. Это все я убирала, опять все это надо убирать. Накренилось. Надо, в общем, деревяшечку поставить, так же завязать. Блин, Саша, надо сказать, она туда в дырку залетает. И что она там делает? Блин, эти синички бестолковые, нафига они туда залетают? Там дырка, что ли, есть? Непонятно. Там лежит все, в общем, около меня. Я сейчас допиваю чай и поставлю лошадям воду и поеду. Очень тихо. Смешной такой Марик. Ты что с ума сходишь? А здесь я уже, получается, вот эти стенки утеплил. Тут три слоя у нас уже выходит. Здесь угол начал. Вот этот надо сейчас, часть фронтона. До самого верха нужно будет утеплить. Вопрос. Пишите в комментариях, кто разбирается в утеплении. Как бы вы себе утеплили, получается, мансарду? По этим перемычкам или по кровле? По перемычкам, тут есть сложности всякие, можно немного ошибиться и немного не так утеплить. Нужно вот на этих перекрестиях, в общем, все сделать правильно, все под углом, плотненько. Вот, по кровле немножко полегче, утеплитель просто в перекрест встает и все, и до самого низа, в общем, спокойно утепляется. Плюс добавляется 50 брусок 50 сантиметров и делается двухсотка здесь. Вот здесь немного сложнее, тут у нас сотка идет и нужно сверху, получается, набить, снизу набить. Вот тем самым еще потолок уменьшится. Если снизу еще пятерку набивать, то потолок станет чуть поменьше, но так будет теплее. То есть математически, если рассчитывать, то тепло будет только здесь сохраняться, наверх уходить не будет. Я пока еще не решил, до кровли мы еще доберемся. Ну а вы пишите в комментариях, как бы вы себе утеплили мансарду. И так оба варианта рабочие, я узнавал. Главное утеплить контур. Начинаем утеплять мы фронтон. Режем 32, я обычно режу. По линии, по этой... По этой линии. Так, где линия? Вот она, бугорочек. Дальше мы идем сюда.
Начинаем с самого легкого. Вот так вот, так вот. Хоп. До самого низа. И вот так вот, и вот так вот. Пам-парам-пам-пам. Берем второй лист. Это мы скидываем вниз. И теперь вот сюда. Вот так вот. Хоп. Опа-опа-опа-па. Опа-опа-опа-па. Прам-парам-пам-па. О! Идеально вписался в поворот, говорит. Так, смотрите, у меня остались куски утеплителя такого. Так, здесь у нас очень мягкое, 61 сделаю. 61. Так, оп, сюда. Видите, какие хорошие кусочки остались. Это мы углы резали. И теперь эти углы у нас пойдут вот на такие углы. Видите, о, сколько их у нас тут. Целая куча. Ой. Так, все отлично. Теперь тут. Теперь тут. Вот эта рифленая сторона намного жестче, крепче. И стены намного ровнее получается. Когда мягкую сторону наружу вытаскиваешь, она намного мягче. Поэтому, когда вот так вот я делаю мягкой стороной вовнутрь, а рифленой наружу, то стены получаются более ровные. Как бы вот эта вот рифленость, что ли, держит. Ну, она жестче. Здесь мягче, вот она жестче намного. Ну, из-за того, что доска у нас не строганная, утеплитель все равно там под, вот за эти заусенцы все равно подгибается. Ну, строгать уже никто ничего не будет, так что я стараюсь всеми возможными способами, чтобы он мало поджимался и был плотненько. Следующая перегородка, ой, следующий отсек. Все, уголочек засунули. И сюда у нас идет кусок, потому что целая прошла. Приходится выкручиваться вот так вот. Главное, что мы перекрыли балку. Ой, балку говорю, обрешетку. Мостик холода убрали. Так, все. Утеплитель из меня, конечно, еще пока не очень хороший. Наверное, мастера утепления будут ругаться, но что поделать. Никто мне не поможет, кроме меня самого. Все. Буду вам показывать результаты работы. Фронтон утеплил, осталось только вот здесь вот наверху в углу. Это я уже, когда буду крышу утеплять, вот этот угол тоже доутеплю. Далее у нас тут все готовенько. Какая красота. В общем, здесь тоже. Я уже часть утеплителя сюда принес снизу, чтобы полы подготавливать. Здесь тоже я все утеплил. Фронтон тоже утеплил. Осталось тоже там наверху уголок залезть, когда буду лазить там поверху. Тогда лестницу перетащу сюда и все. Так, все готово здесь. Красота. Стены я закончил. Теперь можно переходить к полам, утеплять полы, дозаканчивать еще вот эти вот нижние листы, которые будут стыковаться с половыми, получается, с половым утеплителем. Вот. Потом нужно будет делать контр-обрешетку по стене, добавлять бруски 50 миллиметров, чтобы еще утеплитель сунуть. И тогда у нас стена будет 200 миллиметров. Вот. И как раз этот вот утеплитель опять состыкуется с половыми, с половым утеплителем, и будет все шикарно. Вот такие дела. Так что, дорогие друзья, впереди еще очень много интересного. Еще надо с фасадом тоже разбираться, потому что все это, этот вид мне не очень нравится. И птички, которые меня очень сильно заставляют нервничать и беспокоить, тоже не нравится. Надо быстрее решать момент с фасадом. На следующей неделе у нас опять тепло, там плюс 7 градусов идет, все опять растает, тепло опять станет, дожди там будут. Придется еще, наверное, немножко потерпеть. Посмотрим, может, уже начнем обшивать фасад, пока что USB, чтобы крепкую конструкцию сделать. В общем, поглядим, поживем, увидим. Ладно, давайте. Всем пока. Увидимся.